Пока в МВД проводят кадровые ротации, в Киеве средь бела дня расстреляли мужчину. Это произошло в одном из ЖЭКов Подольского района. Трое неизвестных из пистолетов 4 раза выстрелили мужчине в голову. Затем выхватили у потерпевшего сумку, в ней было 200 тысяч гривен, и скрылись. Мужчина госпитализирован, о его состоянии пока ничего не сообщают. Задержать злоумышленников по горячим следам полицейские не смогли.